Для создания семьи необходимо взаимное желание молодоженов. А потому хочу спросить, является ли ваш союз добровольным и искренним? Согласны ли вы стать супругами и взять ответственность за судьбу и счастье любимого человека, за будущее вашей семьи? Прошу ответить вас, Алексей. Приветствуем желание жениха, дорогие гости! Прошу ответить вас, очаровательная Наталья. Наталья Евгеньевна просит вас не смолчать.